За двумя зайцами не гнались, а стреляли прямо из машины. Брестская милиция разыскивает двух браконьеров, которые расчехлили ружья, не выезжая за пределы города. В момент урбанистического сафари появились и правоохранители. Увидев милицию, злоумышленники сами, словно стреляные зайцы, бросились в разные стороны. В машине, с которой и велась пальба, неизвестные оставили добытый трофей, патроны и даже ключи от авто. Кстати, неподалеку от брошенного транспорта ревизоры нашли еще одного застреленного пушистого зверя. Это является грубейшим нарушением правил ведения охотничьего хозяйства. То есть охота, стрельба с транспортного средства категорически запрещена. Будут производиться следственные действия и устанавливаться личности этих охотников, которые нарушили все мыслимые и немыслимые законы охоты. То есть они охотились ночью, охота ночью на зайца запрещена. Стреляли из транспортного средства, что тоже категорически запрещено. И вероятнее всего, поскольку они покинули место происшествия, вероятнее всего они охотились без путевок и, возможно, даже и с незарегистрированным оружием. Отмечу, что стрельба велась на окраине города, неподалеку от оживленного спального района. Подобных роковых совпадений или закономерностей оказалось достаточно для того, чтобы возбудить уголовное дело. Беглецы объявлены в розыск, владелец оставленной машины – некая женщина. Сейчас с ней работают следователи.